В Таскалинском районе прошел ряд мероприятий в рамках акции «Границу охраняет весь народ». Ее инициировали акимат региона и областной департамент пограничной службы. Цель – привлечь жителей к поддержанию правопорядка на приграничной территории. В рамках акции офицеры департамента и представители местных исполнительных органов встретились с жителями приграничных сел и работниками обслуживающих учреждений. Они объяснили важность поддержания порядка на границе и призвали к активному участию в этом деле. Жители приграничных населенных пунктов могут стать свидетелями незаконной деятельности и встретить подозрительных людей. В таком случае следует немедленно связаться с ответственными органами. Как правильно проходить границу? Какие нужны документы? Что делать в случае какой-то нестандартной ситуации? Много таких вопросов возникает. Эта тема широко обсуждалась и на совещании, состоявшемся в акимате района. Сотрудники кемпингов, отелей, заправок, страховых компаний и обменных пунктов вдоль дороги были проинформированы в вопросах соблюдения закона. В последнее время в регионе растет число нарушителей границы. Особенно те, кто хочет попасть в европейские страны через нашу область, совершают различные противоправные действия, говорят представители ведомства. Поэтому в дело соблюдения законности в этой сфере должны включаться и местные граждане. Алмагуль Джампейсова, Наиль Усагалиев, Кинжибек Салыхов, Акжай Акпарат.